Добрый день, дорогие друзья, любимые зрители. Готовлю запеканку с сыром. Шпинат промыть и просушить. Натираем сыр. Нарезаем зелень. В яйца добавляем соль. Взбиваем. Затем добавляем кефир. Добавили кефир, перемешали. Берем форму, укладываем лаваш, затем слой шпината, слой сыра сверху. Заливаем яично-кефирной смесью. Сверху выкладываем кусочки лаваша. Повторяем опять слой шпината, сыра. Заливаем яично-кефирной смесью. И выкладываем кусочки лаваша. Затем завернуть лаваш в форме. Залить смесью оставшейся и посыпать сыром. Выпекаем в разогретой духовке 30 минут при 180 градусах. Выпекал 30 минут. Запеканка получилась очень вкусная. Готовьте. Приятного аппетита! До скорой встречи!